23 февраля сотрудники госавтоинспекции провели очень яркую и запоминающуюся акцию. Свое внимание они направили в праздничный день на одну из самых оживленных улиц города над Бугом – улицу Московскую. Сотрудники, а именно сотрудницы ГАИ, останавливали автомобили не для того, чтобы выписать штраф за нарушение или проверить документы. В рамках акции сотрудники госавтоинспекции работают на оживленных улицах нашего города, останавливают водителей транспортных средств, непосредственно мужчин, и поздравляют их с праздником Днем защитника Отечества. При этом нами вручаются правила дорожного движения и подарки от автосалона «Мультикар». Сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили, за рулем которых были мужчины. В их адрес звучали пожелания здоровья, удачи и безопасности на дороге. Также инспекторы ГАИ раздавали буклеты с правилами дорожного движения, аптечки, средства для ухода за машиной и календари с символикой структуры. Обращали внимание участников дорожного движения на ответственность за нахождение за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и напоминали о необходимости быть предельно внимательными, осторожными и дисциплинированными и взаимовежливыми. Водители были приятно удивлены такой необычной акцией и выразили желание, чтобы отношения между автовладельцами и сотрудниками госавтоинспекции с каждым годом только улучшались. Если сотрудники ГАИ так внимательно и хорошо относятся к водителям, то это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы они так относились постоянно. Ну, во-первых, это очень приятно, потому что тебя останавливают не за какое-то правонарушение, правил или еще что-то, а тебя останавливают для того, чтобы тебя поздравить, вручить подарок, поздравить твою семью, это очень приятно. Ну и это способствует, конечно же, развитию, скажем, дружеских отношений между водителями и тех, кто за ними следит, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Я поздравляю всех с 23 февраля, желаю всего наилучшего. Вот. Не пейте на дорогах. Будьте счастливы всегда. Поздравлять водителей в Бресте уже стало доброй традицией. Сотрудники госавтоинспекции считают, что такие акции с подарками еще не раз будут проходить в городе над Бугом. Однако на дорогах не бывает выходных. Поэтому представители ГАИ напоминают водителям о необходимости постоянного соблюдения правил дорожного движения. Ведь ваша жизнь в ваших руках.